Друзья, всем привет! Вы на канале Фабрика Винтажа. Смотрите, в каком шикарном состоянии принесли мне швейную детскую машинку. Автоприбор DSM-1. Супер! Сохранилась даже коробочка. Город Владимир. Цена 4 рубля 20 копеек. DSM-1, детская швейная машинка, игрушка. Друзья, перед тем, как вы будете смотреть это видео, у меня для вас есть несколько разной информации. Первое. Кто не подписан на канал Фабрика Винтажа, самое время сделать это. Второе. Друзья, вы можете продавать свои предметы, и не только продавать, и покупать. В группе в Фейсбуке Фабрика Винтажа, в группе в Телеграме Фабрика Винтажа. Под этим видео будет ссылочка на мои группы. Торгуйте там совершенно бесплатно и покупайте. Третье. Не только у нас обычные продажи в группе в Телеграме, но происходит у нас там аукционы. Вчера один аукцион уже закончился. Были выставлены вот эти часы «Восток» в шикарном состоянии. Продались они за 700 гривен. Так что, друзья, присоединяйтесь. В ближайшее время будет еще аукцион на какой-то предмет. Приятного просмотра. Давайте вот сюда. Сейчас я не развяжу никак. Тут я разных наложил, потому что много уже пропало. Вот смотрите, вот эти вот. Им 62 года. Идут, не идут? Идут. Там вот эта крышка задняя. Да, я знаю, я вам даже хочу показать. А, тоже такие вот есть, эти. Да? О. Такие же. Да. Ну это, видите, такие, это с позолотой. Ну, они все шли с позолотой, это просто уже от времени. А, ну, ящик берег, это ж как-никак. Какой еще есть? А? Что еще есть? Какие часы? Да, это посмотрите, тут разные. Да, высыпайте. Что есть, потому что многие пропали. Единственное, те, которые настоящие командирские, те я отдельно храню. И все. Их было много очень. Это как раз перед развалом, уже за год до развала Союза наградили тоже. Друзья, бегу на Укрпочту. Уже вечер, 7 вечера. У нас график Укрпочты уже до 8. Продлили. У меня там посылочка пришла. Выиграл я на Виолике лот. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Зажигалка присутствует и работает. Друзья, продал старенькие шахматы на Виолите. Это шахматы были сделаны пленными немцами.
Вот она ихняя доска. Размер 30 сантиметров. По фигурам есть скольчики, дефекты. Человек, который их выиграл, будет их реставрировать. И после этого они пойдут дальше в продажу. В Украине мало хороших реставраторов по шахматам. И здесь верхушки нету. То есть сейчас я ему это все упаковываю и отправляю. Друзья, у кого есть такие шахматы, я их покупаю, можете мне писать в Телеграме, в Фейсбуке. Будем договариваться. Друзья, у меня сегодня такая классная продажа по новогодним игрушкам. Купили 4 игрушки. Сначала рыбий жир, утку, я ее уже упаковал, а затем человек разошелся и купил 3 сразу. Это все в одни руки. Попугай вата, красная шапочка, и звездочет. Вот такой вот у меня появился оптовичок по игрушкам. Добрый день. Здравствуйте, можно проходите. Заходить, да? Да, да. Я же вам обещал показать. Давайте на вот, этот, на вот этот столик. Сейчас. Вот он. Ага. Видите, не первый, не второй, не третий, это мастер. Угу. Он дается только, ну, у нас в полку, у меня один был. Вот мужчина продал свой знак классности мастера. У него в полку он был один, по его словам. И принес коробочку с под медалей. '89 год. А перед этим женщина заходила, принесла фотоаппарат зоркий, а на нем вот такой вот выдвижной Индустар 22. Знаете, почему новогодние игрушки очень выгодно продавать за границу? Смотрите, попугай 14 грамм, звездочет 31 грамм и красная шапочка 45 грамм. Друзья, всего лишь 45 грамм. Доставка будет в районе 250-270 гривен. Вот мы даже добавляем коробочку, упаковку. И у нас посылка будет вся где-то в районе 150 грамм. Вот это преимущество игрушек. Таких 4.
таких 5. Угу. Что еще? Ну, с собой я только один взяла. Вот таких вот 5. Угу. Это вот вилка, а тут мельхиоровая должна быть. А Лена, а вот она. Она одна? А сколько за одну? Ну, набор. У вас набор или одна? Ну, а в коробке, не в коробке как? Не, не в коробке. Их, угу, по-моему, 6 штук, но я не знаю, буду я их продавать или нет. Я понял, давайте дальше. А вот этих 6 точно. Это нержавейка, да? Да, это нержавейка. Вот таких 6 штук можно принести. Что, угу, еще у вас? Смотрите. Домино не надо? Домино. Давайте. Только в коробочке нет, она у меня вот это вот хранилась в мешочке в таком. Ну, вроде все штучки есть. Высыпать? Да. Это же еще советская, потому что я еще маленькая не умыгралась. Я понял. Показывайте, что у вас там дальше. А вот такой же самый измеритель температуры. Я понял, градус. На радостник, он тут на этой самой, он рабочий, показывает правильную температуру. А у тебя такие пятнашки, игрушка тоже мы там. Это. Не? Показывайте, что еще? Тогда посмотрю, я вам все расскажу. Расскажете, да? Бижутерия. Вам не нужен кулечек? Высыпать. Ну, вот у вас брошь серебряная. Серебряная? Да, там клеймо стоит. Да вы что? Тогда я ее оставлю себе. А сколько вы за нее можете дать? Друзья, с женщиной я договорился. И это брошь под названием «Снежинка» осталась у меня. Как вы видите, стразики все на месте. Это брошь примерно 70-х годов. Вот на иголочке стоит проба. Звезда 875 и Харьковский ювелирный завод. Красивая брошь. Что, Швейцария, да? Да, да. А цена их тоже? 3500. 3500. И бегут. Ну да, вроде сюда. Да, бегут, бегут. Друзья, ножички. Мне вот этот понравился маленький. Я бы такой в телеграм бы кинул, сейчас бы их разобрали бы. По таким ценам у вас вообще цена классная. А тут еще один.
Гравировочка. Друзья, ножички всегда в наличии, можете это мне написать. Человек скинет мне фотографию, я вам и по цене. Цена 1000 гривен. И напоследок еще раз маленький. Больше всего он мне понравился. А космонавты какую цену? По суточке. Да, кстати, друзья, есть еще вот, вот такие ножички. Кого заинтересовало, можете писать тоже. Друзья, смотрите, какая красотища на барахолке. Обалдеть. Человек свою коллекцию вывез. Это автопад. Смотрите, гаишка. Гаишка. Милиция, полиция. Они там восстанавливают после войны. Аэрофлот. 427. Что тут у нас по рафам? Котелок стоил уже несколько тысяч. Волги. А вот Аэрофлот. А это дорогая, какая на нее цена? 1100 гривен. Ну это уже простенькие. Не, ну это есть. Немецкие более распространенные. Копейка. А монеты покупаете? Двойка. Правительственные машинки. ЗИЛ 117. ЗИЛ 115.